Доброй ночи. Не знаю, дропать, наверное, буду ночью. Хотя, скорее всего, утром. Ну, не суть. Вот, собственно, вот мое второе прохождение начинается буквально через секунд 20. Всем приятного просмотра. И, блин, надеюсь, все-таки по звуку более-менее да сойдет. Потому что, ну, я уж не знаю, какие там фильтра еще ставить. В первой части, что там произошло? Мы похоронили всю семью. Потом, когда уже наши эти туристы встретили ведьму в виде той девки малой. Вот. Ну и, собственно, на этом мы и закончили прохождение первой части. Надеюсь, сейчас будет ни чуточки не скучнее, чем первая. Ну, чем дальше, тем лучше, как говорится. Ладно, так я не посмотрел. Ну, вроде бы ничего не мешало вебке. Поставим ее вот такую. У меня, кстати, вот такой вот галстук. Научился вязать галстуки с Микки Маусом. Все, в общем, вроде все готово. Погнали. Эта девочка так странно говорила, я с трудом понимала ее. Строго с Судя по чаем. говору, она наверняка не из этих мест. Напрашивается предположение, что она скорее из Зеленый другого без сахара. времени, а не места. Точно. Точно подмечено. Погоди, а где группа? А, сзади все ништяк. Не знаю, поставил я ограничение в 30 FPS, но не уверен я, что это поможет. Так, графика. Ограничение, вот оно стоит. Глубина резкости, высокая тени, качество текстур. Может, тени поставим на нормальные? Мне вот не нравится как-то все как-то плоховато. Качество сглаживания. Я не знаю, сглаживание. На чем она стояла? Поставим средний, короче. Главное текстуры, чтобы были хорошие, в порядке. Поехали. Пойдет. Слышала? Что это? Это какое-то мелкое ночное животное. Ничего опасного. Да нихуя себе мелкое. Надеюсь, что так. По звуку, как будто это, ёптать, тираннозавр Рекс в кустах стоит. Блядь, ёбаный твой рот. Какая-то зверюга. Надеюсь, иначе что за хрень? Зверюга, это олень был. Только очень странно передвигавшийся. Может, оттуда обзор получше? На обзор. Куда он пошел? Куда он пошел? Откуда обзор лучше? Алло. О, отсюда. Пойдем. Погоди, что это? Ничего? Вот это ничего. Может быть, сейчас в кустах найдем немножко кое-чего запрещенного? Так, так как я охуенно читаю, то, пожалуй, нужно прочесть. Города-призраки Северо-Востока. Little Hope, город, в который вернулась природа. Вернулась природа. Блядь. Угу. Воображение широких масс при упоминании о городе-призраке сразу... А, о городе-призраке сразу всплывает образ заброшенной хижины, мимо которой катится перекати поле. Однако города-призраки встречаются и на процветающем северо-западе США, в глубине лесов, забытые и отданные во власть природы. Причины появления таких городов различаются, но в конечном счете все сводится к экономике. Город мог разрастись благодаря лесозаготовке, горному промыслу или иной промышленности. Затем исчезли рабочие места, а с ними и люди. Одним из таких городов стал Little Hope, построенный вокруг текстильной фабрики и исчезнувший
когда рынок наводнило, дешевые импортные ткани. После нескольких неудачных попыток спасти фабрику начался массовый отток жителей. Вскоре закрылись школы и даже церковь. Оставили лишь безлюдные развалины. Вот это я читаю, конечно, мастерски. Скрытые глубины. Little Hope – заброшенный город, но окружающие леса продолжают привлекать любителей экстремального спорта. Пещеры в ущелье Хобба отлично подходят для ледолазания, но его замерзшие водопады таят большую опасность. Рекомендуется к просмотру «Творцы» неразборчиво. 22:30, 21:30. В этой серии Кейт Уайлдер срывает маску с зодиака. Но поможет ли агрессивный метод расследования выяснить новые факты об известной убийце? Стоит посмотреть ради превосходных видов Сан-Франциско с моста Золотые Ворота. Короче, читон я еще тот пиздец. Стыдно даже чуть-чуть. Ну, не настолько, чтобы это не снимать, конечно, не читать. Так, что тут у нас еще есть? Камни какие-то. Тут что? Мусорка. Пойдем к мусорке посмотрим, что тут. Нихера. Ладно, подойдем к пацану. Давай поговорим. Займи позицию, нужно. Держишься? Не Держимся. Знаю. Как думаешь, что с нами произошло? Замешайся, бред какой-то, страх. Думаем о опасности. Бред какой-то. У меня нет абсолютно никакого объяснения. Какой-то полный бред. Блядь, лопатки болят. Ебаная спина болит. Что он скрывает? Заверение, мы найдем выход. Вызов. Надо сохранить спокойствие. Мы найдем выход. Мы отношения обновлены. Хорошо. Сюда выбраться. Должны. Должны. Надеюсь. Угу. Спасибо за разговор. Пожалуйста. Чудные ребята, блядь. Опа-па. Голум. Эй, похуй на голому, пойдем. Не будем обращать внимания. На Майкла Майерса вот этот чел был похож только что. Блять, мне кажется, сглаживание надо сильнее поставить, потому что есть углы, которые реально мерзко выглядят на голове, на плечах. Так, что тут у нас? Бэйби. Давай почитаем. Историческое общество Little Hope представляет. «Ведьма Эдмонтона», пьеса Уильяма Роули, Томаса Деккари и Джона Форда, исполняется в исторических нарядах в средней школе Little Hope, суббота, 17 апреля, 19:00. Так, ну что тут нам говорили, блять? Надо обращать внимание на всякое говно. Ну не знаю, я тут ничего не вижу. Может, это связано с тем, что мы видели? Нетворение. Это вариант. Неуверенность. Может быть. Ну, это вариант. Ну, это вариант. Угу. Так сказать, немножко я их расслабил. Перед охуевшей взбучкой, блядь. Куда ты светишь, блядь? Вперед свети. Что ты там все равно фонариком этим нихера не увидишь, блядь. На деревья светит, блядь. Припиздок. Да не свети туда. Че, подойдем посмотрим, что там? Ты там за нами только что следил. Припиздок светит вверх, блядь, куда-то. Или это я свечу? Ну я мог сейчас управлять, но все же она светила. Так, стоп. А, фу, я думал, это метка, это фонарь. Ну вот, да. Чик, чик, чик,
Чик. Нормально. Интересное место. Мост. Не тот ли этот мост, где нам сказали объезжай? Похоже. Или нет? Там что-то впереди! Угу, мост. А куда? Идем уже. Это мост этого, как он называется? Согласен. Без головы который. Смотрите! Девочка. Стой. Стойте! Стоп! Просто к сведению. В ужастиках именно так все и происходит. Что нам теперь делать? Ты права. Я разберусь. Ждите здесь. Не будем нажимать С, потому что теряю дохера сюжета. Разрываю, так сказать. Поддержка, я пойду с вами. Беспокойся, осторожнее. Да-да-да, стойте, иди. Стойте, я пойду с вами. Ты мне не нравишься. С самого начала не нравишься. Странная ты какая-то баба. Там кто-то сзади вас был или нет? Эй, вы двое! Это нехорошо. Погоди, нам обязательно это делать? Я не хочу идти. Я пойду назад. Сейчас на что-то нарвусь, блять, буду. Сейчас что-то будет. Я потеряюсь сейчас. Пизда, короче. Блять, ладно, пойдем похуй. Игра не хочет по-другому вести себя. Блять, зачем вы идете вперед? Зачем вы это делаете, блять, бакланы? Эй! Там есть кто-нибудь? Ничего хорошего там нет. Ничего, у меня аж виски болят, блядь. Кто-нибудь! Эй! Что за... Джон! Опа. Кто вы? А это добрая баба должна быть. Что вам угодно? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Кто вы, а не ты? Нет, подождите! Не подходи! О, мама, привет! Испух, кто это? Отойдите от меня. Не надо враждебно с ним вести себя. Кто ты? Ты так... Это невозможно. Язык черен в обиняках. Я не поддамся на чары ведьмы. Боже, молю тебя! Избави меня от видений! Кто вы? Этого не может быть. Не смей глядеть на меня. Ты мне не супружник. Эта баба уже два раза была в прострации. И там мы скорее найдем помощь. Вы в порядке? Кстати, ну да. О, я совсем не в порядке. Я в ужасе и сбита с толку. Я видела в тумане своего двойника. Что там случилось? Из тумана появилась женщина, одетая как жительница Салема. Она что-то бормотала на непонятном диалекте. И что самое жуткое, она выглядела точь-в-точь, как я. Как такое возможно? Ты просто вы старая, я из мухи старая. Слона, Анджела. С меня хватит. Похоже, туман не даст нам направиться никуда, кроме центра города. Туман решает, куда нам можно идти. Хрен там. Поищу другой путь.
Вы что, ужастики не смотрели? Никогда нельзя разделяться. Ужастики? Фигня. А я пойду туда и без вас. Может, разделяться все-таки не стоит, Тейлор? Туда я точно не пойду. Ой, аж запекло. Я с Джоном. Какая хуевая вата. Блять, не надо разделяться. Я иду с Эндрю, иду с Тейлор. Тейлор баба. Я с Тейлор. Серьезно? Вы пойдете с ней? Лично я думаю, это я плохая просто идея. Не помню, кто это, чувак. Ужасная. Извини, у вас я имена, когда была Гриша, там, одной Миша. Тут оставаться небезопасно. У двух групп больше шансов найти выход. А мы ведь все этого хотим, так? Что ж, вы правы. Если выберетесь из тумана и найдете помощь, пришлите их в город за нами. Нас осталось двое. Блять, это я сделал. Я собственными руками только что порушил все. Чувак, это выбор не знающий. Никто не собирался идти с тобой. Сам бы пошел бы, блядь. Я еще даже не знаю, кто ты, блядь. Экскурсовод или президент какой-то. Я так и не понял, понимаешь? Стойте. Слышите? Что такое? Велосипед испугался. Ёбаный твой рот, блять, Д. Куда ей началась С. Бомжи ёбаные. С кем я, блять, пошел? Норм. Это был просто старик из бара на велике. Старый пьяница. Старый пидор, ты хотел сказать? Где-то тут должен быть более легкий путь, ведущий на дорогу. Так вы вроде бы его назвали. Старый пидор. Можете объяснить увиденное? Не уверен, что смогу. Но я знаю, что в Литл Хоуп были суды над ведьмами в то же время, что и в Салеме. Что это? Где? Вот, сейчас увидим, что это. Чувак, куда ты вечно идешь, блядь? Постой, я тут, блядь... Пытаюсь... сосредоточиться. Что это за говно? Блядь... Труп тянет. Да что это за место такое? Что это вообще за знак такой? Крест, треугольник, какой-то квадрат, блядь. Ладно, пойдем-ка нахуй отсюда. Там на спине какой-то, блин, дядька идет злой. С трупом в руке. Так, что тут у нас? Вы в порядке? Интересно, где сейчас остальные? Похоже, это я виноват, что мы с ними разделились. Конечно, я и я чуть-чуть. Ответственность за всех вас. Вы мои подопечные. Угу. Именно поэтому ты отпустил всех и решил отдельно идти. Блядь, что сейчас? Что, я сейчас это скажу, проблемы начнутся. Ну, давай, наверное, я же решил сохранял бы оптимизм и пытался делать все возможное. Что-то я не уверен, что моих возможностей хватит, чтобы справиться со всем этим. Не отчаясь. То, что мы видели. Думаете, оно сверхъестественное? Нельзя утверждать, что именно мы видели. Ну да, да. И я так думаю. Даже если мы не можем объяснить произошедшее, не нужно сразу бросаться в крайности. Во время судов над ведьмами в Литл Хоуп было так же. Люди делали поспешные выводы, не имея особых доказательств. А, можно еще промолчать, лол. Вызов это другое, блин, да, понимаю. Да, понимаю.
В любом случае, мы тут не за тем, чтобы подтвердить или опровергнуть существование призраков. Нам просто съебаться нужно отсюда. Или чего бы там ни было. Согласен. Нам нужно выбраться отсюда. Угу. Съебаться. Не будем обращать на крики. На хату, в которой звуки какие-то очень страшные, как будто в подвале, блядь, происходит такое, чему, блин, нельзя никак поверить. Что за хрень? Стойте! Уёбок, блядь, голимый, мразь, сука. Сейчас крутые, сука, хуёвая. Все. Я справился, блядь. Я подавил страх. Какая же мразь, с кем я пошел, блядь? Это просто скот из скотов, говорит. Я, говорит, чувствую ответственность за вас. Современная магия и ритуалы. Рональд Нельсон. Современная магия и ритуалы служит подробным руководством по магии в эпоху New Age. Не путать с магией для фокусников. Написанная для практикующих магов, желающих отточить мастерство. Эта книга подробно освещает все аспекты современной магии и предлагает читателям широкий выбор ритуалов. Интересно, такие книги вообще существуют в реале? Стоит вообще тут шляться? Что-то нехорошее чувствую я. Что-то нехорошее предчувствую. Что надо делать? Ну я жму В. Ага. Ой-ой-ой-ой, какая вещь хорошая. Именно этим пистолетом, скорее всего, мы кого-то из тиммейтов и пристрелим нахер. Помню. Что такое? Да, заебумба. Помяни мое слово, так оно и случится. Это волына, блядь. Не будет работать во благо. Вероятность 95%. Ладно, пойдем нахуй отсюда. Найдем этого шизика тупорылого. Куда вообще идти, только вот я не знаю. Но я думаю, в эту сторону. Если еще раз осмотреть, он что-то скажет, да? Ладно, ничего не скажет, так ничего, похуй, пойдем. Нельзя туда подняться? Нет. Профессор? Стоп. Мы... А, просто забор такой же. Боже мой, профессор. Вот и вы. Да не, ну... Вы сорвались. Как тогда на дороге. Я в этом не виноват. Угу. Я виноват. Что там было внутри? Не ерунда. Надо шутить. Сейчас шутки не неуместны. Не бояться? Я что, во втором классе? Угу. В первом. Интерната. Это место — наш шанс. Здесь должно быть радио или работающий телефон. Может, и водитель тут? Поищите, чем можно разбить стекло. А вы что будете делать? Стесняюсь спросить.
Вы тут постоите, да? Ну ладно, постойте, постойте. Пойду поищу. Вот бочкой можно разбить наверняка. Сейчас бочку кинем, блядь. Давай посмотрим, что тут. Фотка какая-то. Сейчас будет всплеск. Не? Да. Найдена открытка, можно снова просмотреть на экране коллекции персонажа. Положи на место, пусть лежит. Так, идиот. Что ты делаешь? Ты, блядь, серьезно, сучара, не можешь найти ничего здесь, блядь. Ходит, сука, колобродит. Гандон, блядь. Как он меня раздражает. Блядь, вот его я бы застрелил бы, наверное. Хотя бы он тоже умолял бы, наверное. Не надо, не надо. Дайте-ка. Я разобью. Но он мне не нравится. Ты тупо мразь. Без проблем. Я справлюсь. Ну ладно. Раз так. Любой справится. Сейчас попадет в раму. Попасть камнем в окно из 10 шагов. Ему в голову, будто никто не промахнется. Если боитесь промазать, уступите место. У меня нет страха. Увидим. Можете помолчать. Что за идиот? Страйк. Страйк. Мы из вас еще вырастим спортсмена. Of course, думаете, baby. Это бросок новичка? Так это ты, сучара, бил в школе, блять, окна. Вроде безопасно. Проще простого. Крайне неприятный персонаж, ой, как крайне неприятен. О, тиммейты. Опять, блядь, кнопки эти жать. Я знаю, ты что-то видела. У тебя на лице написано. Не хочу обсуждать это. А вот чего я хочу, так это убраться отсюда. Да, но я, по крайней мере, отсек гандона от нормальной компании. Опа, человек. Делаем вид, что мы его не видели. Мы-то с закрытыми глазами идем. Так, надписи. Что это за... Да что там, что, ничего, забей. Land for sale. Конечно, его не продали. Land, город, продается. Кто захочет поселиться... Земля. Land, да. Island. Land. Land — это земля. Конечно. Блять, что? Алло. Алло, я нихуя не вижу. Где вы? Так, окей. Вот сюда. Во. Это нормально вообще то, что... Ладно, пойдем. Я чуть не потерялся. Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Я поддерживаю. Я не фанат школ. Все, пойдем. Под низом, под низом. Вроде так. Ручками прорыли и погнали. Кажется, я облажалась. И правда. Мы сами решили сюда пойти. Найдем другой путь. Я не понимал, что это означает сейчас, то, что я выбирал, но я выбрал правильный вариант. Ну, очевидно, нахуя сейчас на бабу нагонять, чтобы она убежала, блядь, в слезах. Там кто-то стоит на мосту, вы чё, травите, блядь? Эй, ты, постой! Да постой, сейчас я почитаю, что тут. Потом пойдем. План Little Hope. Ничего тут не понятно мне. Вот здесь еще что-то есть. Мост. Little Hope. Игровая площадка. Playground.
В идеале знаю английский. Хотел вниз посветить. Женщины вперед. Сейчас я осмотрюсь. Погодите. Не зря осмотрелся. Опа, рисуночки. Кто-то что-то кому-то передает. А это тюлень был маленький внизу. Пойдемте, дамы. Пойдемте, пойдемте. Здесь мы ничего ж не найдем. Все, пойдемте, пойдемте. Я готов идти дальше. Ведите меня. Иди вперед. Вон там. Маленькая ведьма. Не надо мне чикать. Ты в порядке? Сейчас ты будешь в порядке. Кто ты? Ты что тут делаешь? У меня очень хреновое предчувствие. И не зря. Это та девочка, которую вы видели с Эндрю? Одета по-другому. Не подходи близко. Ой, сейчас что-то сейчас будет. Вытащите меня! Держись! Скажите, что мне показалось. Замолкните, я ему не дамся. О чем ты говоришь? Скиньте, не то он найдет меня. Опа, это кто такой? Выходи, Мэри. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти. А, это брат, который забежал в дом. Отпущу, когда уверюсь, что ты не выдашь нашу тайну. Твои игры утомили меня. Ты уважишь меня и ничего уважишь. Не скажешь. Уважит. Нет! Отпусти ее сейчас же! Что сие за чары? Меня объял холод! Я тут ни при чем. Эми умеет творить заклятия. Она ведь якшается с дьяволом. Я видела ее в лесу и подле фамильяров. Уважить хотел. Угу. Я вызнаю правду, так или иначе. Иди за мной, девочка. Не видно. Благодарю тебя. Умолкни, дитя. Сколько ж ты раз уже уваживал ее. Ну и что Чья это было? Тебе? Девочка со священником. Мы видели ее с Эндрю. Она должна быть как-то связана с той другой. Да, верно. Я не пойму. Лучше уйти отсюда. И подальше. Точно. Идем. Найди другой выход. Найдите. Держитесь вместе. Давай телефон достанем пока. Так, ну пока что я располагаю. Что такое? Идите, идите, женщины. Погоди, куда? Мы сейчас где были? Ну, на своей площадке. Ну пойдемте, давайте, идите вперед, идите. Идите, идите. Для мрази не хотят идти. Скриптовые бляди. Что тут у нас? Посмотрим. Очечки-то лучше снять было.
Рада, что ты здесь. Мы отсюда выберемся. Точно. Короче, заставляют, блядь, крутыша идти вперед. Ну это ж пиздец. Блядь, а. Я так понимаю, нам надо все же сюда идти. Или нет? Или... Не знаю, пошли вперед. Блядь. Я испугался. Это, оказывается, я просто назад шел. Да, все-таки нам сюда идти. Сюда теперь. Что здесь? Сюда, сюда и по прямой. Все, маршрут построен. Но меня очень напрягает то, что я иду первый. Не хотят. Стоп, это не то место, где сейчас флешбеки были. Может, тут кто-то есть? Может, нам помогут? Пойдем туда. Помогут. Сейчас вот это помогут. За ногу. Помочь? Проверяй. Сейчас будут кутые. Не? Я помогу. Так, Д. И главное не ошибиться, а то доверие потеряем женщины. Она и так хочет убедиться, что у нас все серьезно. А тут я еще, блядь, в кутые проебусь, она упадет, и тогда точно расход. Никакого секса. Вряд ли так мы выйдем из этого городишки. Дороги нет. Не знаю, куда она ведет, но туфли мои убивают. Куда-то она ведет. Не уверена этого. Тропу еле видно. Так, стойте, женщины. Я что-то похоже, нашел. Это был какой-то магаз. Магаз. Остановим закрытие фабрики Ревент. Угу. Остановили. Так, тут столько точек всяких интересных. Надеюсь, я ту не что проебу. Что ты делаешь? После этого. Да сюжетная толкнуть точка помоги. Похода. Серьезно? Иначе никак. Серьезно, блядь? Нет, ёп, ну, посиди возле забора, блядь. Пока я буду жопу рвать. Мужик и так все делает, блядь, сам. О, ёп. Мизинцем там толкало. А это вообще сидит, блядь. Ну, конечно, сиди. Ну что? Подсади. Схвачу лестницу. Пенсионной реформы нет на тебя. Серьезно? Полезешь туда? Давай сначала я. Есть предложение получше? Давай сначала. Я залезу, осмотрюсь. Если все чисто, выйду через дверь. Не знаю. Мне не нравится идея торчать тут в одиночку. А, вот за что-то. Анжела, полицай, ну ладно тебе. Ничего. Как бы да. С тобой будет Анжела. Ты только не сильно там шопингом увлекайся. Давай, Анжела, ебало свою притули. Обещаю. Ты вроде на лавочке сидела, пойди посиди еще. Бестолочь. Дай телефон. Зачем? Фонарь. Там позвонить темно. Позвонить хочу маме. Твоей. Давай быстро. Скажи, что у нас свадьба на носу. Бросай. Опа. Есть, сука. Самые быстрые пальцы на Диком Западе. Пока еще ни разу куда-то я не проебался. Внутри! А, не проебался. Там просто безопасно? Вначале.
Вроде бы. Ну не в QTE, а в этом. В сердцебиении. Ну я не понял, что делать надо. О, наше любимое дело, посчитаем. Извещение о закрытии вступает в силу 28 июня 1975 года. Хотим уведомить вас, что в субботу 28 июня магазин закрывается. К сожалению, из-за снижения выручки после закрытия фабрики мы не можем продолжать торговлю. Тем не менее, Whiteman Mart благодарит всех своих клиентов за поддержку. Искренне ваш, Джи Шмидт Ауэш, управляющий. Убрать со склада. Закуски зачеркнуто. Журналы, алкоголь. Журналы не зачеркнуто. Значит, журналы еще есть. Алкоголь, оружие, табак, бензин плюс масло, молочные продукты, яйца, сельхозпродукты, хлеб, бакалея, консервы, электротовары и разные у нас есть. Здесь, скорее всего, еще осталось лежать. Ладненько. Шоколадненько. Что тут еще есть? Ничего, ладно, пойдем. Не знаю, чувак, это очень страшное место. Особенно в связи с происходящими в нем событиями. Так, что туда не хочешь? Ну, пойдем. Выходим. Тут где-то что-то нас ждало. Эй! Эй, есть тут. Есть кто? Угу. Уловка, блядь. Фонариков тут до жопа. Хватит уже там колупаться. Блядь! Извиняюсь за резкий крик. Я был не готов. Совсем не готов. Ладно, все хорошо. Но жуть я навел себе, то есть уже не все хорошо. Ау. Уже у меня начинается беспокойство. Сюжетка сразу же меняется. Я не думаю, что вот эти звуки должны были присутствовать, если бы я сейчас не проебался. А! Не пролезть! Тут окно заколочено! Ты меня напугала! Извини, я не специально. Как там дела? Как сажа бела. Я тут не один, а с пушистыми друзьями. Вернул доверие. Не бойся, на вид они сыты. Иди ко входу, я тебя встречу. Побыстрее, ладно? Угу. Нам бы хотелось отсюда уйти. Конечно. Конечно, конечно. И мне бы хотелось, но без тебя. Ты можешь оставаться здесь. Сейчас, уже иду. А это уже не она. Да хватит уже, иду я. Это уже не она, тарабанит, дружище. Дружочек, пирожочек. Сейчас ты будешь в ахуе, когда я еще QTE проебу. Тебя паразит. Куча событий. Анджела? Как это? Черный ход закрыт. Тебе тревожно? Скажи, что творится? Скоро за мной придут. Утихни, жена. Кто придет? Обо мне судачат. Сочиняют наветы. Какие там могут быть наветы? Сказывают, будто я в союзе с дьяволом, будто повинна в колдовстве. Но то бессмыслица. Кто скажет такое? Я... Да откуда ж мне знать? Не подходи. Ладно. Но объясните мне, как я сюда попал? И где я вообще нахожусь? Придержи язык. Тебе ведомы слухи о моей жене Эмми? Какие слухи, замешайтесь, я вас не знаю. Какие слухи? Отвори дверь, Джозеф. Немедля. Хватит юродства. Поведай, что тебе известно. Уступчивость, я видел девочку. Уступчивость. Я недавно встретил девочку.
Поведай о ней. Он меня не отпусти. Она была со святым отцом. Она была со святым отцом. Отцом Карвером? Что ныне стучит в мою дверь? Мэри. Да уж не Мэри. Мэри? Мэри видала меня в лесу на Медне. Я делала, что обычно, не более. Тут что-то иное. Я, походу, что-то сделал нехорошее. Мэри не любит моих упреков. Могла наговорить на меня. Она дрянная. Зря инфу закинул. Сие слухи распускает Мэри? Она дитя непутевое, но такое немыслимо. Или наоборот. Ты препятствуешь исполнению закона. Если не отворишь, быть в беде. Как нам быть? Я все исправлю. Даю слово. Не впускай их. Преподобный. Маршал. У меня есть законные предписания на арест Эмми. Моя жена ни в чем не повинна. Видели, как она толковала на иных языках? Кто ее обвиняет? Мэри. Слово «дитяти» вершит судьбу моей жены. Ты отдашь себя в руки маршала для твоего же блага. Я отправлюсь с вами. Я не могу ее покинуть. Сим действием ты жене не поспособствуешь. Доверься правосудию. Отринь страх. Я сумею все исправить. Только я. И я в этом не уверен. Вот так вот, блять. С ведьмами поступают. Ну а шо еще женщину взять? Женщина. Где ты был? Где? Фильм смотрел? Не знаю, сейчас нужно рассказывать это все. Думаю, надо. На тебе лица нет. Ты еще что-то увидел? Угу. Они видели и слышали меня. Нет, не так. Они вроде видели меня. Сложно сказать. Они были очень напуганы. И еще что-то видел? Женщину арестовали. Серьезность. Там опять был священник. Ну, женщину арестовали, блядь. Вот священник, священник, да. Священник. С игровой площадки. Нехороший не человек. Не знаю, смысла не уловил. Редиск. Ты шутишь? Нет. Он был так напуган. Он верил, что в Little Hope был дьявол. Охренеть. И с моим двойником было то же самое. Они все боятся, что их заберет дьявол. И во что мы тут ввязались? Во что-то нехорошее. Мы облажались. Вместо того, чтобы выбраться из сраного города, снова оказались в его центре. Такое блядство происходит возле них постоянно, и они это не замечают. Полицейский участок Little Hope. Я думал, что это школа. Все заброшено. Оптимизм, давайте осмотримся. Оглядимся. Поищем что-нибудь. Отлично. Мы уж вернемся из Little Hope, пока остальные еще разгуливают по лесам. Угу. Только я вперед должен идти, да? Да, это место почему-то мне кажется знакомым. Эти захолустные участки все одинаковые. Мне кажется, вторая глава закончится смертью. Обязана. Ну, либо если я охуенно сыграю, то спасением кого-то. Не напугало. Па! Вот так вот не напугало. Кстати, вот что я заметил. На записи игра проходится менее страшно. Хотя пугаюсь еще как. Как будто со мной кто-то присутствует.
Это, с одной стороны, и клёво, потому что, блин, можно как бы сердечко посадить от страха. С другой стороны, как бы я полноценно не могу погрузиться в игру, комментируя ее. Хоть не так часто, но все же. Так, харча. Может, харчо его будем называть, блядь. Реально, мудак какой-то, блядь. Что тут у нас? Олд, старый, вич, ведьма. Прекрасно. Гуал, тюрьма, я так понимаю, да? Тюрьма старая ведьма, построена в 1684 году, снесена в 1783 году, в 1692 году во время судов над ведьмой Литл Хоп многие из обвиненных были заключены здесь. Угу. Обнадеживающе. Так, пойдем на дверь и заглянем. Там была метка. Взглянем, взглянем. Закрыто, дядя, да? Угу. Куда идти, ебать? Что-то должно быть. Безусловно. Прошу прощения, что зеваю. Видит Бог, я не хочу этого. ТК. Трудовой кодекс. Не хочешь взять это с собой на всякий случай? Так, ну что ж, мы тут кругами ходим, блин. Не знаю, зачем тут W вечно подскакивает, и все это мышка делает, на клавиатуру не нажимаю. Рейленс. Есть это какая-то польза или нет, не понимаю. Закрыто, да? Ой, неприятный какой звук был. Ой, блядь. Максимально неприятные чуваки. Сейчас что-то будет, блядь. Стук тут не просто так тут был. Я все потерял. Прям как вот... Так... Прям серпом по яичкам, блядь. Засвети нормальное место. Кто там? Пойдем от этого стука нахуй. Тут мы уже видели это, видели, не надо. Не трогай, пусть лежит. Бля, я не понимаю. Тут ищите. Проход. Ищем, ищем. Блять, стой, сейчас. Опять не нужно было дожать. Странно. Little Hope. Почетная грамота выдана полицейскому участку Little Hope. 16 января 1972 года офицер Джордж Рейнольдс и Эрни Хоффман получили звонок о пожаре в жилом доме. Они добрались до места раньше пожарных и, не беспокоясь о собственной безопасности, бросились на помощь оказавшейся в ловушке семье. К сожалению, огонь не позволил им попасть внутрь, и почти все члены семьи погибли. Тем не менее, мэр
Шеф полиции и общественность благодарят полицейский участок за верность долгу. 4 апреля 1972 год. Сэмюэл Элла, мэр. Так, это получается 4 апреля 1972 выдано. В январе. Получается 3,5 месяца. Они решали и выдали грамоту. Молодцы какие. Пойдем, у нас тут меточка есть. О, рацию нашли. Только вот она вырезанная. Думал, что это вы. Еврейская. Ага. Сообщи хоть, что нашли, блядь. Крикни этому Дауничу. Пойдем ему скажем. Боже ты мой, ну что мы ходим вокруг да около, куда идти? Максимально неудобно. Ладно, давай вот сюда пойдем. Ну, тут мы были. И тут мы были, здесь клетки. А, не, о, мобилы, тут не были. Ну, смотри, нужно же. У нас победитель. Вот телефон. Сектор телефон на барабане. Это может быть выход. Или вход. Гудка нет. Да что вы говорите? Звук накаляется. Черт! Какой же ты злой. Эй! Эй, полегче. Полегче. Кажется, я понял, в чем дело. Телефон просто не, вот, не включен в сеть. Кабель не подключен. А, тут где-то должен быть кабель. Резко чел срывается, блять. А ну-ка, не заработал мне. Нихуя. Ёпта мать, это я, конечно, ору с этой хуйни. Чел пригорел, блядь, на ровном месте, блядь. То же самое, что, блядь, мобилу взял. Что это? Блядь. Волосы дыбом стали, блядь, как это было громко. Как думаете? Ответить? Стоп. Давайте подумаем. Блядь, чуваки, я просто охуевший. Алло? Кто это? Скажите что-нибудь. Наладьте контакт, скажите что-нибудь. Блять. С кем я говорю? Не понял, кто это, но по голосу, похоже, там нервный срыв. Несет бред. Да вы долбоёбы, блять. Положите трубку. Это слишком. Он сейчас не успеет положить, опять звонит. Блять. Это... просто пиздец. Это очень страшно, блядь. Не мурашки, блядь. Аж в сраке, блядь. Подойди и услышь меня. Ежели поведаешь о нашей тайне, вечные муки ожидают твою душу. Ты ведь разумеешь, не так ли? Я охуевше перепугался, чуваки. Или хоть слово. Хоть был слово молвишь. В
во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Нихуя себе ты, преподобный, охуевший, ебало. Ступай к родным. Мразота. Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол – отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. Нихуя, что это такое? Иного им не дано. Смиренно клянусь перед Богом. Не совершала деяний, в коих меня обвиняют. Замок, у него не было лица. Ну и что нам делать? Надо сидеть тихо. Просто посмотрим. Узнаем, что будет. Помилуй, преподобный Карвер. Но я не верю, что соседи мои, кто знает меня, скажут супротив меня. Им все ведомо. Ведома моя добродетель. Я не попадусь в паутину твоей лжи. Дьявол укрывается там, где его ждут менее моя всего. Моя жена не игрушка дьявола, преподобный. Молю суд простить, но... Это чел. Моя супруга невинна. Я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа, чей дом сплошь пропитался серным зловонием. Подойти. Кому подойти, блядь? Подойди сюда. Почтенный судья, вынеси вердикт без дальнейших отлагательств. Не то мы позволим силам тьмы злой воли склонить решение себе на пользу. Нет! Мэри? Мэри, сестра, что с тобой? Что за... Не вмешивайтесь. Я только что, короче, охуевший напортачил. Что сотворил ты с чадом? Ты вовлекла невинное дитя в сговор с дьяволом. Бедняжка словно одержима. Что твоих рук дело? Это ложь, преподобный. А что ты так не взлюбил меня? Мы узрим всю правду. Эми, коснись Мэри. Поглядим, что будет. Ежели я прав, твоя длань исцелит ее от напасти. Что с тобой? И докажет суду, что ты ее околдовала. Что делать? Промолчать. Первый раз выберем промолчать. Они среди нас! Нет! Да ну нахуй! Нужны ли еще доказательства того, нахуй, что дьявол поселился в Литл Хоуп? Молитесь же! Нет, она очнулась. Ибо дьявол ныне подле вас! Любовь Господа спасет нас! Так все ж хорошо. Что это была за херня? Это взаправду? Казалось чертовски реальным. Серьезно? Но суды над ведьмами были сотни лет назад. В основном более 300 лет назад. Как мы тогда это увидели? Боюсь, я не способен это объяснить. У этой девочки был какой-то припадок. Как думаете, в чем дело? Я знаю эту девочку. Эта девочка была в лесу. Это ее мы с Анжелой видели в лесу. Очень часто женщин обвиняли злонамеренно. Завистники или же гнусные лжецы, как эта девочка. Всякие подонки, которым лишь бы испортить жизнь своим соседям. Решительность сама, она просто ребенок. Согласен. Окей, девчонка согласимся. Точно знала, что делает. Нам, по сути, похую. Анжелу 2.0. Женщина, которую судили, я видел ее на перекрестке. Задача, если муж был похож на вас, печаль, она была в дерьме. Ну, в дерьме. Она была... Муж похож я на вас. Я еще кое-что заметил. Да, я это заметил, брат. Ее муж был похож на вас, профессор. Пара возле девчонки была очень похожа на Дэниела и Тейлор. Да что все это значит?
Сезон грибов. Эй, профессор! Вы там? Ладно, идемте. Откуда же я знал, к кому подходить? Вы выбрал рандомно. Мы здесь! Не получается дверь открыть! У нас тоже! Похоже, заперто! Блять, да выбейте вы двери с ноги! Давайте все наляжем на ручку! Они будут с одной стороны давить, два, а эти с другой. Один! О! Легчайшее. Воссоединение. Тейлор? Профессор? Нашли что-то, что нам поможет? Не, абсолютно ни хрена. Только кучу хлама. Вы как? Супер. В чем дело, Джон? Да что с тобой? Мы видели, как суд приговорил двойника Анжелы к смерти за колдовство. Окей, что теперь? Ну, мы уже проверили пару мест и ничего не нашли. Кроме кучи поводов обратиться за помощью к психиатру. Забудьте о том, что произошло. Если мы и найдем помощь, то только там. Правда? Забудьте, что произошло? Тут уже на окраине адская дичь творится. А вы предлагаете отправиться прямо в ее эпицентр? Может, мы лучше сначала разберемся, в чем причина всей этой херни? Надо узнать, что грозит этой женщине. Что произойдет с ней дальше? Идея неплохая. Но как мы сможем это узнать? Реализация хуевая. Туда мы уже ходили. Возможно, ответ скрыт в одном из неизведанных направлений. Ну что ж. Да, нас еще по как минимум глав 5 предстоит, мне кажется. Точек на карте еще до хера. И мы на всех, наверное, наверняка побываем. Это блядь, они старые безумие. Любовники. Мы понятия не имеем, во что влезаем. Ночка выдалась адская, но мы точно справимся. Кто бы мог подумать, под личиной ботана скрывался герой. А вот эти сойдутся, а тот пусть с Милфой остается. Они нравятся друг другу. Отличный переход. У моих видео это переходы получше бывает. Вот так вот идем за дядькой. Точнее, за дядьку. Ну, сука, шел лошадь. А туман-то все сильнее. Еще вообще-то пизда взяла, что это ботаник тут чел. Нормальный, мощный пацан. Ну чё? Чё стали? Как обычно, я должен вперед идти, да? Давайте, может, кто-то из вас вперед пойдет, не? Не хотите, будете стоять. Хорошо. Мост разваленный. Ой, чувствую, КУТЕ меня ждет сейчас. Ни хрена не вижу. Это конец главы. Буквально с минуты на минуту. Вода черная. Не хочу к ней приближаться. Придется. Вообще похую идут, ёпта. Похер, да. Итак, кто первый? Профессор. Вы твердите, что вы главный, так что... Неверность, осмотрю наш вариант. Да, да, так ладно. И будет. Ну да. Иначе никак, иначе ты уже, блядь, а хуй безопасно? Знает сколько раз подводил. Сейчас узнаем. Не бойся, мы с профессором тебя быстро переведем. Вот эти переведем. Пальчики сейчас будут решать. Мы себе вас переведем против безопасно, блядь. Ну да, мы вас переведем. Опа! Прыжок. Ну, безопасно, я думаю, где-то процентов так на 70.
на 40. Эй! Боже, что же делать? Медлить нельзя. Нихера себе. Опору главное на руки делать. Ворон, черный ворон, они к добру ты. Шикушка, блядь, опять ты ебаный твой рот. Что такое? Что такое? Что происходит? В году 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Эми признана виновной в связях с дьяволом и будет утоплена как колдунья. Помолимся за упокой ее души. Я не делала дурного. Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Молю тебя. Требования. Скажите, что сделать. Я не знаю, как помочь. Скажите, что сделать. Молю, сэр. Смилуйся. Спаси. Блять, если я сейчас возьму ее за руку. Дьявол подле нас. Явился к своей слуге. Она потянет. Он освободит ее от цепей. Айзек, завершим же деяние поскорее. Воля суда должна быть исполнена, покуда не поздно. Не знаю, что делать. Дьявол дает ей силы. Что сейчас сделать? Свяжите ее покрепче. Айзек, блядь, съебал нахуй. Вы не вправе. Айзек, я невинна. Исполни волю суда. Молю. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел поздно. За нами. Литл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. Но в том повинно не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. Ну не загадки. Какие нахуй загадки? У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Литл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Да. Под личиной дитяти, обвинившей меня. Пока Мэри жива, Литл Хоуп не обрящет спасение. Вот твое зло, преподобный. Меж вас преподобный самим. Есть зло. Айзек. Что делать? Что делать? Если сейчас потянусь за ней... Не, я тоже утону. Оп, кофть. Все. В любом случае, она уже мертва. Даже 300 лет назад она уже мертва. Главное, чтобы тут на наши судьбы никак сейчас не сло... Нет, это самое. Не отразилось. Ой, женщина, ты сейчас рискуешь. Там что твой двойник вот он. Ну же, съебника с моста, пока лихо не произошло. Печаль вашего двойника вот опять. Дайте на минуточку промолчать. Я промолчу, пусть лучше не видно меня будет. Дайте минуту. Я думаю, правильное решение выбрал, промолчать. Не стоит говорить, что она умерла. Вот так вот, кто-то плывет. Кстати, я походу только что смерть отринул. Да. Наверняка сейчас конец главы. Нет? Нет. Ладно, окей, не прав. Ладно, я первый. А, так все. Ладно, окей. Вы двое, спускайтесь. Ну, ее никто сейчас не может потянуть цепями, как там показывалось на флешбеках. Как бы сейчас все реально. То есть все побочные эффекты, они фантастические. Они нереальны. Что это за тварь? Просто черепаха. Что это такое? Убегайте! Это черепаха. Бегите! Валите оттуда! Ничего, все хорошо. Все хорошо. Черт! Не бросай!
Блядь, вы что, гоните, не бросайте её. Сука! А? Помогите мне! Сейчас, сейчас! Спасти. О, её спасти. Я вернусь за вами, Джон! Держитесь! Нахуй Джона. Ну же, хватай мою руку! Джон Пидер. Что такое? Что происходит? Алло. Прыгни и хватайся! Не забери тебя. Ладно, я верю тебе. Так, сейчас... В! С! Давай. Он должен же... А! Так, теперь Джона надо спасти. А, Джон сам спас. Все охуенно, блять. Вот этими руками спас женщину. Хоть и милфу, хоть и немножко тварь, но она не заслужила смерти. Да, судьба Анжелы была на волоске. Базара ноль. Не постигла участь хуже смерти. Think about it, man. В смерти нет ничего такого ужасного. Блять, я просто крутой. Отлично. Сыванул, блядь, бабу. Пока обошлось без жертв. Угу. Все могло обернуться иначе. Учитывая, как поднялись ставки, тот пистолет мог спасти кому-то жизнь. Не так ли? Или да. Отнять ее. Эндрю лишнего не болтает. Разумно. Себя надо беречь, так? У юноши есть интересные теории. Или вы поддерживаете теорию Дэниела, что все они мертвы? Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе! Мне снилось по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспетый меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель что-то прояснит? Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Двойники, призраки, ведьмы, у меня есть теория. Демоны и смерть. Что, скажите на милость, может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. Давай, немножко поведай. Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Берем, не берем? Хотите? Я обычно брал. Промолчу. Идете в одиночку. Смело. Независимо. Возможно, глупо. Возможно. Скоро узнаю. Скорее всего, но... Чувак. Идите же. Так будет интереснее. Вам нужно продолжать, как бы ни было страшно. Так. Так. Вот так вот, господа. Чё, нормально? Камера не зависает? Раз-два. Здесь, да, немножко какие-то задержки. Ладно, что? Похер на задержки. Вроде не такие большие. Телефон, может, перегрелся, я не знаю. Мне очень нравится. Блять, вот этот телефонный звонок, конечно, это, блять, что-то с чем-то. Я в ахуе. Блин, надеюсь, не весь видос с задержкой звука. Это, конечно, немножко удручает. Надеюсь, тебе было тоже интересно, если ты смотрел. Я стараюсь все время в одном, как это назвать, тембре, не тембре, в одной интонации базарить, чтобы это можно было перед сном смотреть. Да, черт возьми, может быть, даже я когда-нибудь посмотрю перед сном это. Я обычно всегда включаю какие-то летсплеи и под них засыпаю. Вот. Короче, за счет своих охуенных... манипуляций, точнее, маневрированием пальцев.
и гениального мозга, я смог засейвить всех. Пока что. Отказался от подсказки. Ну, что ж. Проходим без подсказок. Хотя можно было даже отказаться, и, возможно, что-то другое он сказал бы. А так все на сегодня. Пойду я сейчас смонтирую первую часть, дропну, и завтра уже будем проходить в третью и четвертую. Все, всем до новых встреч, поставьте лайки, подписывайтесь, пишите любой комментарий, что я козел или пидор. Но пидор не пиши, потому что он, скорее всего, удалится, потому что YouTube чистит матюки. А так все, опять до новых встреч.